난 아스나다 가세르스 다나 바람. 나 비트니 크르페시 바스톡 바우르. 저 палатын болса, на көпірден бастап. Сама башня сделана из обыкновенного сердца. Казахша айтқанда саманба. Усеченная часть, она специально сделана для того, чтобы туристы понимали, как выглядит. Значит, в свое время, если вы на сегодняшний день будете иметь возможность посетить музей истории города Алматы, это, сейчас скажу, археологические работы, то есть процесс. И то, что сейчас вы сможете увидеть в закрытой части, где подвязаны ленты, это оригинал. Какой период точно не менее, сделали буквально год назад, в прошлом году, где-то начали по весне, в середине лета ее закончили. Специально, так скажем, сделано для декоративной части, чтобы туристы понимали, как выглядела архитектура периода расцвета. Две недели назад не было этого. Вот где сейчас дерево вот это стоит в виде лестницы. До этой стороны все было закопано, вся эта территория. За две недели раскопали. Территория чего это? С той стороны стоит табличка. Территория Жума мечеть. Thank you.
после парилки получается. Помимо этого, дальше идет помещение, девятое помещение под номером, это помещение, которое служило для того, чтобы человек, который приехал издалека, у него никогда не было гарантии о том, что он не болел, о том, что он остался чистым, потому что это было несколько месяцев пути, человек мог пораниться, мог захватить инфекцию какую-либо, и для того, чтобы эту инфекцию не заносить в город, в этом помещении отдельно сидел лекарь. Лекарь лечил путешественников, то есть ем колдал больмесы, на казахском говоря. Лечил путешественников, после чего человек выходил, заходил в комнату, которая ближе к вам, вот это самая большая часть, то, что сейчас как грунт остается. Это помещение, которое в свое время было помещением отдельно для парфюмерии, то есть из субульмисы. Человек умывался, приводил себя в порядок, брал новую одежду, еще мог, получается, взять благоухающие запахи, приобрести и нанести на себя, и дальше заходить в город в чистоте и в порядке. Помимо на сегодняшний день принцип теплого пола использовался уже с 9 по 15 века нашей с вами эры. Трубы проходили по полу, отапливали пол. Оттуда уже выходили близ стен, то есть вот эти три отверстия, допустим, это дымоходы, самые обыкновенные. Их по территории бани было несколько. Труба прокладывалась через дымоход и выходила наружу. Соответственно, обеспечивалось тепло пола и тепло боковых стен. Тему, получается, которая выходила за стены города, старья, протягивали опять-таки трубопровод, который доходил до определенного расстояния, оттуда вырывался котлован, вода заполнялась. Это служило водохранилищем. Водохранилищем, и в то же время вокруг стен города прорывали ров и заполняли водой. Было два целевых назначения – обеспечение водоснабжения и защита города. Потому что подлезть к стенам по грунту – это намного легче, нежели плыть по воде. И эта вода, она доставлялась через трубы опять-таки сюда, за счет чего обеспечивалось водоснабжение бани. Понятно?